Привет, друзья! Расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота впервые выполнили ракетную стрельбу по морской цели противокорабельной крылатой ракетой «Оникс». Ракетный комплекс «Бастион» несет круглосуточное дежурство на острове Матуа, Большой Курильской гряды. Комплекс «Бастион» принят на вооружение в 2010 году и обеспечивает защиту побережья на дальность более 600 км. Время приведения комплекса в боевую готовность из походного положения – менее 5 минут. С 2022 года планируется перевооружение комплексов «Бастион» новыми гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Дальность действия комплекса возрастет до 1500 километров. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.